Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодняшняя наша с вами тема, видеолекция будет посвящена теме патентного права, рассматривающей следующие вопросы. В сфере патентного права у нас рассматриваются следующие вопросы. Понятие права на изобретение, полезную модель, промышленный образец. В этом вопросе право на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняется патентом. Патентный закон в Казахстане принят 16 июля 1999 году. Патентное право отношения регулирует личные, неимущественные, имущественные отношения, связанные с охраной, использованием промышленной собственности. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования защищенного патентом изобретения, полезной модели, промышленного образца, по своему усмотрению, включая право производить продукт с применением защищенных решений, применять защищенные патентом технологические процессы в собственном производстве, продавать или предлагать к продаже изделия. В этом вопросе мы тесно будем рассматривать понятие ноу-хау. Ноу-хау переводится с английского слова «знаю как сделать промышленные изобретения, новшества». Второй вопрос нашей сегодняшней видеолекции посвящается «Право на новые сорта растений и новые породы животных. Селекционные достижения охраняются при условии выдачи патента. Патент удостоверяет исключительное право патентообладателя на использование селекционного достижения, его приоритет и авторство селекционера». Селекционным достижением в растениеводстве признается сорт растения, полученный искусственным путем или путем отбора и имеющий один или несколько хозяйственных признаков, которые отличают его от существующих сортов растений. Третий вопрос нашей сегодняшней видеолекции посвящен оригинальной технологии интегральной микросхемы. Признается созданная в результате творческой деятельности автора, зафиксированная на материальном носителе. Пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связи между ними. Четвертый вопрос. Лицо, правомерно обладающее технической, организационной или коммерческой информацией, в том числе секретом производства ноу-хау, неизвестной третьим лицам, нераскрытая информация, имеет право на защиту этой информации от незаконного использования, если соблюдены условия. Патентное право. Слово «патент» означает выдачу документа защиты авторства, изобретения, промышленного образца, моделей, технологических решений. Рассматривая четыре вопроса, мы рассмотрели патентное право исключительно четырех основных вопросах. Спасибо, благодарю за внимание.